несколько, наверное, эпизодов получается. Это начало игры, где, наверное, не разобрались в каких-то моментах, хотя ребятам говорили, что есть у Гомеля быстрые ребята, когда очень часто они играют вертикальные передачи за спину. И на первых минутах получили эпизод, где должны были получать где-то минут, наверное, 15, пока разобрались, как вскрывать Гомель. Ну, по крайней мере, не вскрывать, а контролировать мяч, потому что Гомель переключался, все время оказывал давление. Но где-то к минуте, наверное, 15, может, 20, немножко перестроились и начало получаться, наверное, то, что хотели. После перерыва сделали небольшое замечание, рассказали ребятам, что надо сделать, обратили внимание. В принципе, неплохо вышли, начали оказывать тоже давление, то есть контролировать мяч, заработали стандарт угловой, с которого назначили пенальти. И после забитого гола нами, наверное, опять же, может быть, психология, что забили, откатились назад и начали играть как бы на удержание. На удержание, в принципе, нельзя это делать было. Надо было все равно стараться навязывать свою игру. Но после, я же говорю, как говорится, за счет того, что удержали, все-таки пропустили момент, где нарушили правила своей штрафной, заработали пенальти. Ну, а в концовке видели, было удаление, уже там как бы уже сохраняли, наверное, счет даже. Потому что моментов очень мало было.